вот это слой Адама, когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его. Мужчину и женщину сотворил их и благословил, и нарек им имя человек в день сотворения их. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Не Адам, а по рождению им Сифа было 800 лет. И родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. Сиф жил 105 лет и родил Еноса. По рождению Еноса Сиф жил 807 лет. И родил сынов и дочерей. Всех же дней Сифовых было 912 лет, и он умер. Енос жил 190 лет и родил Кайнана. Жил 815 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Носа было 905 лет, и он умер. Кайнан жил 170 лет и родил Малилила. В рождении Малилила Кайнан жил 740 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Кайнана было 910 лет, и он умер. Малилил жил 165 лет и родил Иареда. Всех же дней Малилила было 895 лет, и он умер. Иаред жил 162 года и родил Еноха. По рождению Еноха Иаред жил 800 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Иареда было 962 года, и он умер. Енох жил 165 лет и родил Мусафала. Ходил Енох перед Богом по рождению Мусафала 200 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365. И ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Мусафал жил 187 лет и родил Ламеха. Forden.
рождению Ламеха. Мусафал жил 782 года и родил сынов и дочерей. Всех же дней Мусафала было 969 лет, и он умер. Ламех жил 188 лет и родил сына, и нарек ему имя Ной, сказав: он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь. Рождению Ноя 595 лет и родил сынов и дочерей. Все же дни Ламеха было 777 лет, и он умер. Ною было 500 лет, и родил Ной трех сынов: Сима, Хама и Афета.